Итак, я всех приветствую на своем канале Infam. С вами Лена. В этом видео мне бы хотелось показать свои фавориты или свои любимчики, или вообще продукты 2012 года, так как год уже уходит, и, конечно же, хотелось бы отметить продукты, которые понравились, какие-то для себя открытия, или, может, старые продукты, которые кочуют из года в год. Что ж, вот у меня моя корзина с продуктами. Но так как я решила сделать не косметические и косметические вместе, позвольте мне сделать сначала не косметические, потому что их меньше и будет так быстрее. Хотела бы отметить книгу года. Для меня это «Le Club des Incorrigibles Optimistes». На русский это переводится как «Клуб неисправимых оптимистов» от Жана Мишеля Ганасья. Купила я ее еще во Франции, когда была в Ницце. Я влюбилась в эту книгу. Вот она такая живая, она настолько человеческая, там и молодость, и отношения родителей и детей, и любовь. И, кстати, описана также эмиграция русских в Париж, в Париже вернее. Также там будет присутствовать также Сартр, писатель. Кто же еще? В общем-то, просто книгу я обожаю, в ней все, и один большой минус, ее, к сожалению, не перевели на русский язык, во всяком случае, я не нашла в интернете. Дальше, не косметический продукт, меня это просто удивило, для меня это большая находка. Сейчас вам покажу роза, которая живет без воды. Да, вот я здесь, она без воды полностью. Стоит она у меня уже 3 месяца, и стоять она может до 6 месяцев. Это просто чудо природы, привезенное из юга Африки. И ее пока что я нигде не нашла. Я не знаю, где нашел ее муж, это был его подарок. Он очень любит меня удивлять. Да, с мужем мне повезло, это точно. И пахнет она вот такими восточными какими-то духами. Просто обалдеть, чтобы вы видели, что она не сухая, я ее трогаю. То есть она действительно... Это живая роза. Немножко выглядят листики, как будто бы они сухие, но я вот провожу, они очень гладкие, они не крошатся, ничего. Это действительно живая роза. Есть также иголочки. То есть это чудо природы. Уходовая косметика. Да, давайте уходовая косметика. Для меня в этом году... Было открытие, это косметика Веледа, вот у меня крема, уже сколько под носом эта косметика, я ее ни разу не покупала и не пробовала, и очень рада, что я обратила внимание, еще раз показываю, натуральная косметика полностью, здесь у меня роза и здесь миндаль. Миндаль роза, супер крема, очень нравится. Сделаю, наверное, отдельное видео, потому что эта косметика действительно заслуживает о том, чтобы о ней говорили. Я от нее без ума, моя кожа очень себя хорошо чувствует с ней. И да, обожаю. Дальше. Масло, наверное. Это масло еще, наверное, с какого-то моего детства, потому что у моей мамы было это масло. Это масло чайного дерева. Как только я на Бали его увидела, сразу же купила. И теперь я без него не обхожусь ни дня. Неважно, то ли это для того, чтобы для шампуня добавить, или в крем, или в лосьон, или еще, или на прыщики, чтобы они зажили, или против перхоти. В общем-то, это масло незаменимо для ингаляции, для всего-всего. Антисептик также. Супер масло. Также. Итак, шампунь. Это будет Revlon Professional Blonde Sublime шампунь сиреневого цвета. Почему люблю? Потому что я делаю обычно раз в полгода свое милирование. И мне нравится, как он ухаживает за волосами, мне нравится, что он действительно, здесь написано, что это гидрокаптюр. Я чувствую, что у меня волосы потом вот такие вот увлажненные, в общем-то, нравится. Дальше, тональная основа, Lancôme Tint Miracle, или Tint Miracle. Не первый год, как только появилась на прилавках, с тех пор это моя любимая основа, и будет ее, наверное, еще долгое время оставаться. Как только заканчивается, я постоянно покупаю новую, поэтому да, это моя любимая. Так, помады. У меня будет две.
одна из дорогой, то есть это будет Dior Extreme 356 цвет Cherry Bow. Я ее вам показывала, она мне не так давно, очень рада, что обратила на нее внимание. Красивый оттенок на каждый день, супер нравится. Из масс-маркета это будет помада NYX, которая тоже с прошлого года у меня. Sweet Plum номер 170, она очень яркая, красивая такая. Очень мне нравится, мне этот цвет идет, и в основном пользуюсь все-таки летом, иногда зимой. Мне нравится, что она хорошо питает, смотрится хорошо на губах, очень красиво, яркий оттенок. Вот. Дальше. Не могу не отметить все-таки Maybelline Superstay 24 Colors. Помада, которая долго держится и которую потом можно здесь еще бальзамчиком увлажнить. Сейчас она на мне. Неважно, этот цвет, у меня еще есть другой. Оба цвета я люблю, обоими пользуюсь не на каждый день, но на выход точно, или когда мне хочется, чтобы я нанесла, и она у меня держалась целый день, или целый вечер, или день и вечер. Что ж, да, супер вещь, P2, еще с лета у меня, Mission Summer Look. Это тени, запеченные тени, которые я использую как тени, как хайлайтер, обожаю, они супер мягкие. Очень красивый эффект и на коже дает, и стоит копейки, просто стоили, я не знаю, 2,50, по-моему, 2,50 евро. Хочу отметить еще один продукт, это кремовые тени. Неважно, какой марки, у меня, например, есть от Benefit, есть от Maybelline Color Tattoo. Benefit у меня в таком вот натуральном оттенке, такой он бежевый. Он называется цвет... Tattletale, еще с прошлого года, до сих пор в любимцах. И от Color Tattoo у меня белые. Хочу обратить внимание, не серебряные, потому что те смотрятся прям так не очень. А вот именно белые, вот они. Тоже очень люблю наносить тонким слоем. Так, хочу предупредить, моей маме не нравится, потому что она постоянно носит очень большим слоем. Слой наносить просто очень маленький, просто вот макнули, и очень хорошо тушевать. И сразу все тушевать, иначе потом оно засыхает. Маме не нравится, я обожаю, я без этих вещей жить не могу. Я наношу как базу или просто на полное веко, как сами тени. Также как место базы, то есть это два в одном, и как хайлайтер на нос, сюда и вот перед губой. На мне сегодня от Maybelline Color Tattoo, люблю эти продукты, потому что, опять же, в поездку поехал, не надо тебе хайлайтер, базу, это закинул или это, и больше не морочь себе голову, нравится. Так, из кистей. Две кисти, карандаш, почему показываю обе, потому что не обязательно обе иметь, можно одну из них. Это NYX B31 кисть-карандаш, и это MAC 219, всем уже известно. В общем-то, вот эти две кисти, одна или вторая, мне всегда нужны. Потом, вот эта вот кисть из моего набора Blush Supreme, которая стоила просто, весь набор стоил 25 евро, то есть каждая кисточка стоит копейки, но вот эта вот кисть, я ее обожаю, она растусовочная, мне нравится больше, чем MAC, у нее вот, видите, такая довольно особенная форма, она очень мягкая, хорошо тушует, я эту кисть обожаю, а вот это вот тоже Blush Supreme, просто обыкновенная кисть, которую наносить тени, но я ей пользуюсь каждый день, без нее не могу, вот эти две кисти, копеечные, супер, натуральный ворст, не лезут, мне в них все нравится. И для румян, вот эту кисть я уже просто годами обожаю, обожаю, она такая мягкая, мягкая. Итак, кисть от Хелены Рубинштейн, ну так она и называется, блаша, то есть для румян. Хотела отметить еще одно уходовое средство для ресниц, это... Double Lash от Мавала, по-моему. Вот супер вещь, каждый день ее пользуюсь, и
что могу сказать, была очень скептически направлена. Надо было долго пользоваться, пока увидела эффект, несколько месяцев, но он есть, и у меня действительно реснички стали более такими пушистыми, более красивыми. Не могу сказать, что прям такой вау-эффект, нет. Тоже большое вам спасибо за внимание. Надеюсь, что видео вам понравилось. Хочу также отметить, обязательно заходите на мой сайт, ссылку оставлю внизу. Оставляйте также внизу свои вопросы или свои комментарии. Буду очень рада ответить на оба из них. И тогда я говорю вам до следующего. Всем пока!